Друзья, всех приветствую на канале старых и новеньких. Сегодня у нас будет рубрика «Быстро и вкусно». Сегодня я буду готовить бургеры. Да, сегодня у нас погодка классная. Мы выйдем на улицу и будем приготавливать бургеры. Для этого я позвал своего брата, чтобы он его попробовал, ну, продегустировал. Вот. Я ему типа продам это все дело, как будем делать два вида бургера. Один мясной, один вегетарианский. И пусть он его различит, то есть, что вкуснее, да? Вот. Но, ребят, если бы я бы такое бы сделал, как я вам сказал. Конечно, нет, я буду ему... Это не вегетарианский бургер, это будет. Вот тут стоит Deutschlands erster Insektenburger. Это получается, что это первый насекомый бургер в Германии. Insektenburger auf Buffalo-Würmer mit Soja. Короче, тут насекомый с Buffalo-червяком и соя. Соя сделаны, да? Вот его я ему продам как вегетарианский бургер. Ребят, кстати, кому интересно, как выглядит этот червяк, вот посмотрите здесь. Противно, да? Но, ну ладно, что, я думаю, мы от этого не отравимся. Вот, я ему это так продам, потом мы попробуем, потом я ему только скажу, что он на самом деле съел. Ну и посмотрим на его реакцию. Так что, ребят, не переключайтесь, я думаю, будет просто класс. Давайте. Ребята, как слышите, мы на природу уже выехали. Короче, сейчас покажу, что нам для этого всего надо, для этих бургеров. Так, друзья, я сейчас уже тут приготовил, ну, помидорки, огурцы, соответственно, булочки такого вида взял. Булочки такого, короче, мясо будет у нас просто разное. Одно побольше, другое меньше. У нас будет два вида бургеров. Вегетарский и мясной. Салатик нам для этого надо. А, луковицу, кстати, надо ее почистить. Сырок. Сырок, конечно, ребят. Сыр такой плавленый, чтобы был. Бекон. Конечно, мясо само. Мясо, ребят, это... Кто знает, кто с Германии знает. Хочу его попробовать. Ну, на вкус. Поэтому будем готовить его. И плюс еще здесь у меня мясо. Вот оно, как оно выглядит. Я его сюда запаковал уже. Сейчас, секунду. Оно уже чуть тает. Вегетарское. На Зоя. Зоя она. Как Зоя переводится. Вот, видите, как выглядит. Ну, это как его? Не мясное. Попробуем, что, две штучки сделаем. Ради интереса. Так. А. Еще. Это как же тебя этот? Как его? Эти. Кукуруза. Кукурузу пожарим чуть-чуть. И, конечно, это, с кетчупом попить взял. Еще чуть-чуть колы. Пиво взял какое-то, ну, без этого, без алкоголя. Ну, и два с алкоголем, чтобы было легче готовить. Вот так вот. Все, ребят, а тут сейчас у нас уже угли почти что готовы. Для подготовки. Жар уже нормальный. Сейчас будем первый, короче, Лео будем готовить, знаешь, какие? Эти... Ну, не мясные, вегетарианские. Сейчас мы их, сейчас это разложим. Нам много, в принципе, не надо этого. Не, жар хороший, жар хороший. Минут 7 с одной стороны, минут 7 с другой. Вегетарианский. Лео, ел уже вот вегетарианский бюргер? Еще не пробовал. И как-то неаппетитно выглядит мясо. Почему неаппетитно? Ну, это не мясо, ясно. Ну это Зоя какой-то. Как хлеб. Лук чуть-чуть. Выглядит как хлеб. Короче, ложим. По идее, ребят, видите, оно распадывается. По идее, его надо, знаете, как делать? По идее. По идее. А вот мясо. Нравится. Ну это вкуснее выглядит, да. Ну, мы попробуем же. Короче, сейчас закрываем ее. И... Не знаю, на минут 8 может, да? И потом перевернем, посмотрим. По идее их делают сковородки там стоят. Ребят, мы их на гриле сделали. Ну и все. Пусть жарится. Окей. А пока они будут делаться, ребят, мы будем уже с вами делать что? Мы будем нарезать. Сейчас нарежу чуть-чуть помидор. Вот так прямо нарежем. У нас вегетарский бургер, плюс еще пиво без алкоголя. И био. И био, да. Совсем что-то. А
что, нормально, не всегда же тлел. Не всегда, да? Но у нас есть и нормальное мясо еще. Сейчас все будем пробовать. И нормальное пиво. И нормальное пиво. Так. Лучок чуть-чуть нарезаем. И? А, и огурец. Че? И чуть-чуть огурца нарезаем. Может, пойдем поможем там качелю раскопать? Кого? Они качели хочет переставить. Никак выкопать не могут. Ну, я понимаю все, но я же... Не работать пришел, да? Да. Я работаю сейчас, кстати, нифига себе. Да. Так, ребят, как только что говорил, вы заметили, качели нету. Мы ее перенесли. Сейчас продолжаем дальше. Короче, давайте посмотрим, что у нас с этими вегетарианскими. Котлета это вегетарианская. О, пора переворачивать. Давай переворачивать. О, она аж хрустящая, смотрите какая. Не, ну вкусно выглядит, да? Выглядит как надо. Вот, смотрите, такие полосы. О, шедевр. Так, ну еще на 5-6 минут. Плюс еще, сейчас будем ложить сразу булочку туда и сыр на нее. Или это веганские были? Не знаю. Это сосвеги? Ну, веганские тогда, без молочных продуктов, без ничего. Не, мы сделаем с молочным. Мы же с тобой вегетарианцы. Вегетарианцы, да? Да, мы же вегетарианцы, нам ига. Ну вот это котлета нам... Ну а после его станем опять мясными, да? Да. Сейчас мясо с мясом будем делать, это будет просто шикарно. Пока будешь, чтобы готовилось. Давай. Легче, да? А в Дивиге за вегетарианские бургеры. Погодка у нас просто, слышите, какая? У нас сегодня 6 апреля. 6 апреля. Иди сюда, смотри, как выглядит уже. Сейчас будем ложить на нее сыр. Опа, вот как раз все. Дальше нельзя. Сейчас, ребят, ложим сырок. Сразу же сырок на них. Сыр должен быть плавлен. Булочки берем. Вот так, по булочке. И ненадолго. Все, минутку где-то так хватит, чтобы они все поджарились. Смотрите, сыр. Берем булочку. Смотрите, видите, как поджарилось. Прям вот так, смотрите, они тонкие, тоненькие. Это помидоры ты забыл. А, огурцы я забыл. Не вопрос, что, хоп-хоп, огурцы и прям лучок вот этот. Ну, мне кажется, надо было соленые огурцы, не соленые? Свежие. Соленые? Да, да не, это нормально, это... Он соленый все равно, да, вкус это, есть. Это продукт Лео, он фреш, как его? Ну, понятно. Свежий. Окей, ребят, все это закрываем. Вот первая вкусняшка готова. Как тебе такие? Ну что, аппетитно, посмотрим. Давай, Лев. Короче, ты первый дегустатор. Бери, кусай. Думаю, будет. Попробуем. Пчела. Видишь, аж пчела хочет такой сладкий бюргер. Ну, вкусный. Тогда вот сюда ты, Лев, пробуй. Она прям за тобой. Капец. Да это не пчела, это она прям на тебя. Да что это? А теперь она на меня еще. Да ладно, давай, все, пробуй. Все, она улетела. Ну что? Непонятно. Не мясо? Ну, чувствуется, что какая-то. Ну и не бургер это. А что это? Ну что, как. Не знаю. Ну попробуй еще, откуси побольше. Ты мало мяса этого или что это? Зоя этот или как его откусил мало. Ну и что? Гид? Вот и не все. Не вкусно, можно кушать, но да? Это не как мясо, вообще не похоже. Короче, теперь я буду тоже пробовать вместе с вами, вместе с Лео. А то сейчас это будет, а то скажете, что я не попробовал. Ну очень, вот. Нет, это не бургер. Хотя не чувствуется
Что это должно быть? Кушать можно, но вкус только кетчупа, сыра, помидоры, лук, но вот это вообще безвкусная копчена. Ну она и выглядит как не мясо. Но если, да, если есть хочешь, тогда съешь и все. Мне не очень. Па! Иди и попробуй. А, Лео! Смотри, что мы забыли. Ты его аж сочно... Как? Ich esse den Kühen das Essen weg. Also, он говорит, он типа у коров еду съедает, траву эту. Du isst meinem Essen das Essen weg. Ты съедаешь мою еду, моих коров. Ты съедаешь еду? Сложно. Да я переведу потом. Че сложно? А может и нет. Короче, я думаю, я его не съем. Меня не очень. Ты кушаешь. Честно. Ты скушиваешь моей еды еду. Я твое лицо запикселиваю. Да ведь не спальнисист. Знаешь, что? Не, сейчас будем делать другое. Ты скушаешь моей еды еду. Окей, все поняли. Окей. Хорошо. Короче, сейчас. Ну ты его почти что съел, в принципе. В принципе, оно нормально. Короче, ребят, кто сначала смотрит, где-то знает, о чем будет вообще речь. Единственный, это не бургер. А что это? Ну это не бургер. Не, ну если, скажем, это мясо. Если это. Если было это мясо, тогда бы был вкус бургера. Окей, давайте откроем интригу сейчас. Это как его? Чтобы это, как его, чтобы, ну, как я говорил, просто показать, что он вообще ест. Он-то не знает, что он ест, я-то знаю, что он ест. На, смотри. Ну что, теперь вообще не вкусно. Да, это знаешь, это так выглядит страшно, а на самом деле ты просто ел вот таких червяков таких. Червяки это. Вкусом как пшена. Ну видишь, ты ешь. Это баффало. Дальше я не могу есть, серьезно. Теперь ты знаешь, что это. Теперь ты это видишь по-другому. Что это там? Это баффало червяки. Это перемолотые офигеть червяки. Они выглядят как опарыши, только длиннее и чернее. Ну такие чернее. Не, ну ты смачно его ел же, до этого было все нормально. Не знал, что это такое. Она не воняет как-то рыба или что-то. Не, ну я сам, видали, я сам попробовал. Просто я когда знал, я же знаю, что это, поэтому для меня это, ну не... Ах, ну в принципе ты ничего не почувствуешь, что это такое. Это червяк, да. Зато много, зато много протеина у него, Лео. Белка много в нем, смотри. А смысл, зачем его есть? Смотри, айвайс, 21 грамм белка на 100 грамм. Ну, из-за этого это есть, тогда яйцо можешь съесть, если это нужно. Пойдем, Павел. Попробуй. Пойдем попробуем. А то никогда еще инзектов не кушал. Пап, попробуй этот вегетарианский бургер. Мне как-то как пшена, кажется. Да нормально его попробуй. Знаете, как мясо, я говорю, не похоже на мясо. А с чего это? Это для этих вегетарианцев? Зоя или там как это шасси всякое. Не как мясо, не похоже. Ну так себе. На. Это так как мясо что? Мясо? Да как нет, мясо вкусом? Как мясо? Я не знаю, я. Ну, есть такое чуть можно, если. А если не догадаться сразу. Не, догадайся. Сейчас я пачку покажу, там даже стоит какие зерна. Да там, в принципе, оно вкусное, просто не. Ну не мясо жить, это чувствуется, что не мясо. А на самом деле это мясо, что вы едите. Только какое. Не-не, это не искусственное, это мясо. Ты оставишь нафиг нас, блин, ты говорите, что вы? Нет. Ребят, я сейчас просто... Не всякую... Да это не дрянь, это только вот это, что ты ешь. Ты что, офигел? Да ну нафиг. Инзектин.
Да? Да, легально. Да, это вот такие червячки. Ну-ну. Да. Ну ничего, не нормально. Айвайс. Айвайс. Там стоит айвайс много. Вот так вот, ребят, кому игаль, кому нет, мне не очень игаль. Ну, фотку видали. И нас-то не снимает, да? Я всех снимаю. Все, пойдем дальше. Ну теперь будем жарить мясо. Натуральное мясо, а не такое. Ну, было интересно. Как видите, смачно ест. Человек ест, ему без разницы, что он ест. Понимаете? Без разницы, что он ест, если он не знает, что там внутри. А на самом деле мы знаем, что мы едим. Что ты идешь в магазин и покупаешь мясо. Ты этого знаешь? Нет. Тебе гарантию не знаю. А надо, они могут написать что угодно, а туда закинуть что угодно. Так что не доверяйте. Готовьте сами, ребят. Фарш делайте, все. Ну, по времени у меня сегодня не получилось. И мы сейчас будем жарить это мясо. Но сейчас будут вообще реальные, вкусные бюргеры. Сочные, смачные. Пока у нас уголек еще. Барок и уголек. Так что давайте, ребят, не переключаемся. Мы продолжаем дальше. Поехали. Окей, поехали, ребят. Сейчас будем в натуре мясо жарить, а не какую-то ерунду. У тебя вон плечо что-то испачкано. О. Это, ребят, я, видите, помогал соседям и весь испачкался. Или чуть странно. Не, ну хорошо выглядит. Как мясо. Ну, супер выглядит. Окей, ложим это на гриль. Ну вот, нормально, в принципе. Оп, закрыли. Теперь будем ждать процесс. Так, 38 на минут 7. Хочешь попробовать вот это пиво? И тамальцы. Оба с таким вкусным этим. Хочешь попробовать? Нормальное такое, как сок, а свежо. Свежо. Когда тепло, жарко, можно его попить такого холодненького, безалкогольного. Ну да, вкусно чем. Вкусно, да. В то же время продается кто? С Германии. Так, ладно, это. Слышно, как мясо скворчит. Не надо открывать, пусть жар остается. Жар пусть остается. Сейчас мы ее. Она, о, какая горячая. Сейчас она недолго. Короче, еще минуты 4, чуть больше. 5, скажем. И все. Вот еще что осталось, ребят. Кукурузку сейчас тоже сделаем. Так что как-то вот такие дела. Кому интересно. Ребят, кому нравятся вот такие ролики, пишите в комментариях. Быстро и вкусно. Нет, да? Или? Короче, еще пару минут, потом посмотрим, потом мы еще перевернем. Опа. Сок. Блин, сок жалко, а? Убегает. Опа, и поехали. И теперь еще раз на, я думаю, еще на минут 8. Блин, ну если это не вкуснятина, а? Смотри, 98% говядины. Сейчас, короче, мы, я думаю, они уже готовы, да? Готовы. Как говорится, горячее не бывает сырым, да? Короче, сыр. Знаешь, в чем проблема? Ну-ка, подожди. Сейчас мы сделаем вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Это сюда. Это сюда. Братан, мы не накушаемся, так что здесь 4 котлетки? А вы поздоровайтесь. Привет всем. А тебе фанят этого? Да не, пришли в гости сюда, блин. У него дома приготовил 4 котлетки. Поехали, братан. Пива нету. А что они, не порезанные, что ли? Или они слиплись просто на самом? Вот это шайсы, что они не влезут туда. Слишком маленькая сетка. Сейчас мы их быстро так закидаем. Перестал пить и с тех пор болею. Вот, вот что это говорит, что надо что? Выпить. Ребят, снимите его, смотрите, как я сниму. Вот, Лёнька, сними его. И как он стоит. Нормально. Вот куртка зимняя, да, одета. Как-то вообще. Либо они скажут, либо я придурок, либо...
Ну, косяки, если что, на меня. Давайте, ребят, бейкон. Знаешь, что надо было сделать? Вот это мы убираем. Вот это мы убираем. Их недолго, их чуть-чуть поджарить, чтобы просто... А без разницы, они могут даже быть холодные, потому что мясо будет горячее. И там уже без разницы. Просто чуть-чуть. А видите, тонкое какое. Хопа, хопа. Где еще, давай еще. Да, вот. И еще на минутку. Пока теплое, короче, делаем. Хопа. Хопа. Лук, конечно же. Главное потом не целоваться ни с кем. Так, ребят, давайте их на 5 секунд вот так положим, чтобы они согрелись чуть-чуть. Потому что мясо-то было готовое уже все. Салат будем ложить попозже, зеленый. Потому что он потом, чтобы мягким таким был. А, хрустящий. Поехали. Так, ребят, еще вот эти фигнюшки сейчас. Они уже готовы. Их, в принципе, только надо подогреть. Вот так должно выглядеть. Барбекю. Америка отдыхает, короче. Посмотрите, как они выглядят, Лео. А, горячие. Посмотри, как выглядит. Манька, не тот греш, не снимаешь. Посмотри. Посмотри сюда. Я знаю, о, смотрите, вот это вкусняшка просто. Короче, вот салат, кому еще интересен, я считаю, он юбофлюсис. Как юбофлюсис? Мне не надо салат. Лишний. Лишний, да, салат лишний, в принципе. Давай выбирайте. Юра, давай попробуй. Ты что, охренел, что ли? Давай. Давай, хавай. Короче, сейчас, ребят, не знаю, до этого снялось, не снялось, но все продегустировали, бергер просто отличный, я тоже уже вот почти что съел, даже чуть острый. Еще вот, сейчас вот делается, доделывается у нас кукурузка, сейчас мы ее поджарим чуть-чуть, ее только вот поджарить чуть-чуть и все. Ай, блядь. И все. Вот это American style, я это назову. Не, бергер просто офигеть. Просто супер, ребята. Короче, ребят, все, вот, достали. Смотрите, какие. Это тоже еще вкусняшка. Сейчас мы их попробуем. Кстати, нужна соль, по идее, и маслом еще их надо помазать. Ну, нету. Ничего страшного. Я их так поем, мне так нравится. Так что, ребят, всем спасибо, кто смотрел. На этом мы видео сейчас заканчивать будем. И это как его. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте поставить этот колокольчик. Вот и все. Так что всем пока. Лев, давай. До свидания. До свидания. Все, давайте. Счастливо.